За муку за 3 копейки. Сколько это стоит? Муку 3 копейки. Russians never say I will work for food. They say я не буду работать за муку. Сегодня хочу показать рейс за 3 копейки, а точнее за 2000 рублей. Помните, были при советской власти такие булочки по 3 копейки, маленькие, похожие на жопу. Вот у меня вопрос, откуда взялась на них цена в 3 копейки?